я не знаю, где он там латал, что он там делал, понимаете? У нас только начали эту работу проводить. Вот, допустим, по проспекту у нас Мира начали ремонт серьезный. Вот, металлургов начали делать. Ну и в проекте внутридомовые. Значит, они достаточно. Поскольку у нас нет своего, не было завода асфальтового, только вот недавно его запустили. Поэтому темпы будут наращивать, безусловно, администрация города. Я надеюсь на это, что будет лучше и лучше. Особенно внутридомовые территории, дорожки и все остальное прочее. Изменения какие-то есть? Ну, где-нигде. Так. Где-то залатали, где-то там забыли, где-то там не успели, а где-то там, ну, это все равно не дороги.